ребята, начинаем покосы. Наматывают, ребята. Тут вас много. В общем, песня-то. Вот она. Надо очень аккуратненько. О, бляха. Сюда. Обкашиваем поляну. Если завтра будет у нас вечер, если приедет кто-нибудь, не знаю, получится ли. Ну, в целом все на месте, ничего не разрушено. Дождя вроде бы не обещают, но прикроем там немножко пленкой диджейскую рубку. И, собственно, попробуем что-нибудь сделать типа праздника, вечеринки. Как вы любите. Там-то почему закрыто у тебя остается? Вот здесь такая катушка. Вон, но закрыто все туда, некуда. Да. А вон тут дыра такая. Да. Надо катушку, наверное, другую поставить, да? Нет, так. Так нам-то зачем, если оно только в зарослях? Либо так? Хутор, либо штиль. Все равно под... это другие катушки. А, либо-либо, да? Да, ну, и у меня не коса, у меня триммер. Триммер у тебя, да? Да. Ну ладно. Это, ну, совсем этот, другое. Вот триммер тоже, что, какая. Да вот. Не триммер. Вот эти, а эти шайбы для чего тут стоят? А, тут привод. Я, там шлейцы. Я. Да, жарко это дело. О, грибов что ли набрали? Грибовница будет. Ой, это какой красавец, смотри-ка. Это что, белый или какой-то? Боровик. Коричневая шляпа-то. А это на... Это пипец, конечно. Такой, блин. Да, значит, грибы есть. Надо искать. Хорошо у тебя берет, кстати, аппарат. Вообще обалдеть. Ну, штилек, ребята, что сказать? Штилек. Да. Не надо грустить. Давайте радоваться. Давайте радоваться то, что мы здесь есть. Мы все вместе, ребят, вот первый раз в жизни вместе слово я узнал с РТСом. Когда меня, никто еще толком не зная, за меня все встали и вышли стенка на стенку. Это было первый раз в жизни. В то время. Мама, ты много не знаешь. Так много интересного я узнаю. Дим, съемка идет, давай, поздравляй. Давай, ну, что, я поздравляю с праздником. Короче, мы на проте. Туда подойдем. Давай, давай. Туда подойдешь. Ой, бляха-муха. Вы что его напугали-то? Он же пришел с добром. Чего вы его напугали? Ой, бляха. Дим, я самих боюсь. Очень рад всех встретить. Я самих боюсь. Жалко, что у вас сюда крепко. Да. Хотелось бы чаще. Они сейчас выпили, я их сам боюсь, Дим. Ну, в общем, всех праздников. Держи, Михай. Ты что, за рулем? Ты сейчас не пить-то не будешь вообще? Я пью вообще. Все уже. А когда за руль-то? За руль завтра или послезавтра. Завтра. Уже... Друзья, вы хоть слышали, нет, этого доброго человека? Давайте аплодисментом его встретим сегодня. Это же наш добрый друг, который изначально был в РТСе. Давай. А сейчас где живешь ты, Дим? Сейчас где живешь? Кирово-Чепецк. Кирово-Чепецк! Встречаем Кирово-Чепецк аплодисментами! Шатай! Ну налейте хоть! Ну, Димке-то налейте, наполните ей бокал-то, Леха! Ну, что-нибудь-то наполните брату-то! Иначе музыки не будет! Ой, как интересно! Я пока, пользуясь случаем, я немножко поснимаю.
Пользуясь случаем, пока снимаем. Пользуясь случаем. Тим должен смотреть? Свернулись. О, а, уже открыл ты, да, Коля? Открыл эту лампочку. Это да. Не я. Все, уже свет есть. Это я не знаю. Все хорошо. Все хорошо. Темнеть стало очень быстро. Быстро. Да. А не нюхали уже, да? Они нюхали, да? Плохо видно-то. Плохо видно-то, Лёх. Я не знаю, просто как бы мясо. Это видео, это видео же. Все равно должно быть, подожди. Ну как, что включить? Все равно должно быть, сейчас ты найдем. Я видел ее, не знаю, как бы мясо. Ну-ка. Побольше шаришь, подожди. А, о, Лёха, я даже не знал. А так это фотоаппарат. А видео-то? Вот, а если? Вот. Ни хрена? Да. Я не знал, что есть подсветка. Чего? Круто. Круто. Лёх, благодарю тебя. Благодарю тебя. Видишь, ты подсказал мне. Да. А это что за дама? Это Надька. А какая Надька? Это наша подруга. Жена? Ты что, женат, что ли? Нет. Бляха, я думал, он такой же холостой, как я. Нет. Ни хрена ты. Трое детей. Сколько? Трое. Дай Бог здоровья им всем. И самое главное, бате. Ну, батя-то молодец. Лёх, а ты-то что отстаёшь? Что, у меня внучка уже есть. Так, что ты... Так нет, вроде у него-то трое. А еще трое, у меня двое и внучка. Да, тоже трое. Отстаешь ты, давай это, догоняй. Это ты догоняй. А вы это, а, подожди. Это, Пашка, что ты? Это, не отставай, Паш, не отставай. Дай сфоткаемся. Тогда иди сюда. Блядь, надо есть. Это, о, дядь Той, вставайте, вставайте. У нас тоже есть. Вставайте там. Да. Скажите, чизы. Ой, а кто-то чизы! Еще идет? Кто-то еще идет? Бляха, Сашка, елки, у меня микрофон-то. Так, смотри-ка, еще ребята идут. Так, кто там, хоть идет-то? Всех приветствуем. А, так вы уже были? Да. Я-то уже был, а ее-то не было еще. А она-то кто? Это принцесса твоя? Жена моя. О, а почему ты сразу за женой не пришел? Ладно, не ругайся. Так не кричу, это... Мы, ребят, встречаем Сашку, встречаем всех друзей. Тут полнеют не только наши ряды, леди и джентльмены, полнеют наши бокалы, и это главное. Очень рады. Сашка здесь подошел. У меня сейчас, мне включили фонарь, так я сейчас, видишь, лица все снимаю. Я должен всех запечатлеть, потому что иначе удачи не видать. Цветы, цветы, цветы мы не принимаем. А зачем цветы-то нам? Песни споем? Споем. Давай. Только позже. Блин, обалдеть. Он мне включил. Да. О, ребята, это Петя Квакин идет. Охренеть. Димка! Димка Гоголев, который не пьет-то, несет ящик водки несет, а он ведь не пьющий. Охренеть! Мы вас любим! Маринка здесь тоже, блин, обалдеть! О, так это жена, так это супруга даже у Петрухи. Ребят, давайте бурными аплодисментами встретим их! Бурными аплодисментами! И наполним бокальчики, наполним за счастье их, за счастье нас, за каждое счастье, за каждое. Анатолий, смотри, мне включили свет, и я сейчас всех вижу, всех вижу. Обалдеть, мужики. Вода проверял. Потом генератор наебнулся, если привезли другой, блядь. Ну вот так вот делай камеру. Да, так не обязательно делать. На ютубе, да? Потом мы будем. Да. Конечно. Обязательно что? Обалдеть. Так, не привет, пьет. Подруга, не в ухо, блядь. Те, кто не пьет, не наваливайтесь. Кто не пьет, не надо заставлять пить. А те, кто убивает, пожалуйста. Друзья, собираемся снова за столом. Серега хочет сказать речь. Друзья, все. Давайте, Димка, все. А, вот Димка-то. А, Петька, все, давайте. Давайте все за стол. Сереге предоставляю слово. Да. Кто не пьет, тот идиот. Браво! Это он по Достоевскому. Идиот, по Достоевскому. А мы не по Достоевскому. Мы по Артесовскому. Кто не пьет, тот молодец. Мы не по Достоевскому, ребят. Так что, давайте. Звон бокалов.
А, кстати, подождите, кому мы слово-то не предоставили? Мы слово не предоставили гитаре, которая готова исполнить. Ребят, давайте соберемся. Сейчас гитара зазвучит, гитара, соберемся. Или сначала выпьем? Ну, два месяца не водила. Я уехал по туристам, блядь. Да. Обалдеть, народу, конечно, да хрена. А давай устроим пати. Мы хотим танцы. А мне включили свет на камере. Я сейчас вообще. Давай потанцуем. Не, сначала гитара сейчас. Сначала гитара, гитара. Не, давай потанцуем. Смотри, мне Леха включил на камере свет. Сейчас вообще красиво снимает. Нет, ты так красиво, я не спорю. Просто он добавил света. Я не знал, что свет там можно включить. Наливай. Наливай. Сашка. Оу. Служила. Хорошо, все в кадре. Нормально, нормально себя ощущаете? Нормально. Очень нормально. 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 А, ну это правильно, да. Кто это? В смысле? Что-то соболезнует по поводу, что мы с тобой женаты? А, он хотел чего? Тебя взять. Хлеб, ты будешь есть? Буду. Не доешь. Так, раз, раз, раз. Ребят, а Димка Шутов, кстати, играет на гитаре или нет? Давайте попросим его сыграть песню. У меня соседки играют. Это сарказм. Давайте Димку попросим. Дим, ну ты же играл. Сарказм. Не играл? Это то же самое, что сарказм. Тогда давайте попросим другого друга исполнить песню. Вася! Василия! Вася. Давай поддержим аплодисментами! Давай! Да я не знаю! А сейчас уже темно, сейчас уже надо со светом, по-другому никак. Ребят, минуточку внимания, ребят! Исполняет песню! Наш добрый друг! Минуточку внимания! Давай! Любую, любую! Какую? Старую песню! Да, старую! Старая мельница крутит! Тише, тише, тише! Внимание, внимание! Ровно 18 лет назад тебя метель снежинкой принесла. Засела час я зимний сад, а весной розой рассыла. Незаметно детство пронеслось, юношеские сомнения, и уже встреча тебе пришлось. Взрослый этот день рождения. Не грусти и не скучай, все обидели давно. Забери в ладонь свою печаль, брось в раскрытое окно. Все еще впереди, и тебе лишь 18 лет. Пусть большого счастья лунный свет станет на твоей дороге. Большого счастья лунный свет станет на твоем пути. На столе стоит букет цветов, и один из них сегодня ты. Друг волшебный, что без лишнего. Подержи микрофон вот так, просто подержи. Все волшебный преврати в цветы. Бойка, не грусти, не скучай,
Все обиды минули давно. Собери в ладонь свою печаль, брось в раскрытое окно. Все еще впереди, и теперь ему 18 лет. Пусть большого счастья лучше свет. Маша не стал, есть не буду. Что не знаю, танцевать не хотим. Да, я уже Наступил на кого-то. А мы-то пришли сюда. Опа, рация. Я ехал на Ниве. Я первый раз в жизни ехал на Ниве. Последний. Да, раз, я сейчас. Блять, Димон, Нива это, блять, вещь. Ну, очень медленная вещь. Просто медленно. Ты на моей просто не ездил, блядь. Маша, не ебаемся. Я твою не увидел, блядь. Он бы часа полтора раза видел. Выхожу, Паша, блядь, я в грязи. Как думал, он не тоже, наверное, асфальт-то не придерживаешься, нахуй, направление. У меня колеса-то, блядь, вот такие, так хуй мне придерживаться его. Боже, поболят, просто хуярить. Ты не продолжай. Сейчас поставим, сейчас. Сейчас поставим музыку, сейчас. Ой, я в нее вложен, так ее за эти деньги не продать, блядь. Мы уже хотим танцевать. Сейчас поставим, сейчас. Холодно, как лед, а я люблю мороз. Из тебя тяну отрядом, как надо брось. Хочу стереть из памяти, как асфальт кросс. Знаю под капюшон, ты скрываешь слезы. Больно, ай-яй. Пусть может я не краш, но прошу мне доверяй. Если ты сама сказала пока, чего тогда ждешь ночью звонка? Если отправляешь чувство в накат, чего тогда ждешь ты от меня? Освободите лица, не из душ, но наш дух у одна.
костюма нет. А? Забываем запреты. Я захотел пораньше. Как народ разойдется, так и мы соберемся. Ну, я не хотел этого так соблюдаться. Так, соблюдаться, а что там у меня? О, футболка порвалась, бля, хре-хре, отпускай. Ну, потом мне надо будет монтировать. Ну, ну, немножко все нажались, типа, хотя чуть-чуть, да? Ну, чуть-чуть, да. А мне там всегда хочется от людей это услышать слово, доброе слово. Ребят, ребят, давайте говорить-то. Че, Сереж, больше... Ребят, передавай. Сергей, передавай слово-то, передавай. Давайте просто выпьем за это. Эй, мужчина, не мочи трусы. Если ты фанат трусы, то кусайте обсы, блядь. Хорошая тема. Саш, Саш, ты это не сильно не принимай это к слову. Не принимай. Не обращай внимания. Антоха просто немножко перебрал. Антоха перебрал. О, он уже здесь, что ли? Серега, я очень рад, что ты сегодня пришел. Я охуенно рад, если честно. Я тебе, чтобы все видели. Жму тебе так. Ты меня знаешь. Простите меня, пожалуйста. Серый, спасибо огромное, что ты пришел. Я очень... Насыпай. Насыпай. Давай выпьем. Ребят, я... Ребята, РТС, 7 минуточку внимания, 2 секунды. 2 секунды. Надежда, Надежда, подгребай. Ребят, РТС, 2 секунды, 7 минуточку внимания. Слушаем, слушаем. Давайте мы немножко выпьем. За нас, дорогих. За то, что мы все-таки, несмотря ни на что, можем приезжать, можем встречаться, можем видеться. Ребят, нас было всего здесь первый раз на поляне, когда мы... Нам было по 16 лет, сегодня 25 лет. Первый раз, когда мы здесь, на этой поляне, встретились. Ну, немножко не здесь, чуть подальше. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы... Нас было всего чуть-чуть. А сейчас нас собирается 30-40 человек. Я очень рад, очень рад, что РТС все поддержали этот праздник. Ну, как бы, что все у нас классно, мы потихонечку в это дело все вкладываемся, чтобы у нас все было хорошо. А тут темно, не видно. Было здесь комфортно. И очень рад, ребят, вы меня простите, я никогда не присутствую в воскресенье и не делаю здесь приборку. В воскресенье обычно уезжаем. Только на сцене втроем, потом спасибо доме. Спасибо всем ребятам, всем, кто здесь в воскресенье после нашего шалмана прибирается, кто делает здесь красоту снова, чтобы на будущее было. Каляну-то всем много, это спасибо. Классно. Благодарность. Тем, кто здесь выкашивает траву, делает крышу каждый год. Тем, кто... Это вот, мы. Пашка Шмулов, все это построили. Пацанов организовали. Вы пленкой, а мы с помпоном. Я всем, я всем пленка говорю. Свиньи ведь нормально. Это, а ты меня всего... С помпона закерачили, нормально. Мы все вас любим, уважаем. И давайте выпьем. РТС! РТС, спасибо! Ура! Серега Свинин в свое время сказал золотую фразу, которую я буду помнить с детства. Серега Свинин в свое время сказал, в хороших делах мы в РТСе все вместе, в плохих мы звенки все поры. Точнее, скажи, Серега. Как он тебя прозвал-то, вспомни. Ну-ка, повтори. Плохие не держим, а хорошие, а то сами уговорил. Уйдем похуй. И похуй нам это все, блядь. Вот он, Серега, молодец. Артем, давайте выпьем. Еще одна фраза в записную. Счастья вам, здоровья. О! А, это, с днем РТСа! Поздравляйте, поздравляйте. Днем РТСа.
Димон, а ты же вроде не пьешь. Ты вроде не пьешь, Димон. Пью. Пивко немножко можно. Давай, твоя речь. Да. Твоя речь. Дышая нет. Таня! Таня! 12 лет уже не пил. Что, ты хочешь, что первый раз уже выпил? Да. Ну, пипец. Только мы тут разговоры завели про охоту, вот и нас спалил, да? Да. Охотник охотника видит издалека. Я думал, я одним помешан, бля. О, бля, как. Просто, да. Я ты круглый, бля. Саня, бля. Немножко посвящение сюда. А? Всех приветствуем, всех приветствуем, всех приветствуем! Всех приветствуем! В кадре. Пардон, извини. Объявил, блядь, чуваки пришли туда с ордена, смотри. И поди-ка туда, это, переключи там на телефон музыку. Блядь, вы пришли. Поди, там Маринка на телефон музыку просто. Там чуваки пришли, там пришли, давай-ка. Зачем это, я не понял? Давай, телефона музыка играла, с телефона. Поди, включи. Подожди. Чтоб телефона музыка играла, поди, включи. Нет. Туда. 90-е, пойдем. Включишь, нет. Пойдем. Сторон кричат, я ничего не понял. Маринка телефон включила, чтоб с телефона музыка играла, она включит. Так и играет. Она так играет. Она не с телефона, она с ноутбука играет. Да с телефона играет? Нет. Вот она только телефон подключила. Он не поет? Да. Вечеринка, разгарим, мы танцуем до утра. Эти девочки не знают то, что я всегда одна. Вечеринка, разгарим. Так, ты сейчас вот, включай. Thank you.
камеру-то, блядь. Села, села, села. Михаил, добрый вечер. Всем привет. Вечер добрый. Школьная школа. Рассказывай, Петруха, как дела, самочувствие? Очень хорошо. А там? Пойди поснимай там. Мы очень рады, что вы посетили нас в этот светлый день. Да, батюшка. О, Татка! Да ну нахер! Александр Иванович, заебашь с пальцем. Сашка, Сашка, ты-то когда хоть пришел? Только что. Давай за стол-то присаживайся. Угощайся. Чем хочешь, угощайся. Саша, угощайся, чем хочешь. А чё все разбежались-то, Мишань? А чё все разбежались? Чё-то все разбежались-то, я понять не могу. Жизнь здоров. Димка бородатый. Ладно, зафиксировать. Мишань, зафиксировать. Ладно, все, да, все. Потому что... Скидывай, давай, бедухи, ёптай. А то дело на канале, да, у нас бедухи-то ничего не появляются, бля. Зафиксировать каждого надо, человека, потому что мы же знаем, что не сегодня, не завтра. Крякнем, да, память останемся, кстати. Да. А ведь это не шутки, это не знаешь, это все. Я полностью за. Я вот ехал сюда, через это Богородское. А что ты, блядь, написал бы, ёпта, я тебе встретил. А что писать-то, куда писать, ничего не знаю. Знаю примерно, где ты живешь. Ну, думаю, а может и там, там ты живешь, неизвестно. Мишаню, блядь, спрашиваешь, я там все знаю, все найдут нахуй. Точно? Да. Ну, вот, да, понимаешь. И все будет, будет мясо, будет девки, ёпты. Поедем на охоту. Да, а вот на охоту я бы хотел сходить с тобой. Там мы сегодня все места знакомые. И ты представляешь, я еду... 15 сентября откроется. А тебе вспоминаю, еду и думаю, так, Мишаня где-то тут. Ну, думаю, ну что я сейчас сулу сюда? Ну, хрен знает, что. Давно не общались. Я родственная душа нашла. Петру, которого ходу подался. Нет, это ладно. Ладно, потом поговорим. Давай. Не прощаемся. Я вообще очень рад, что ты здесь сегодня. Вот очень рад. Серега, тебе говорю. Я прошу, вот не смог нахуй. Можно я просто тебя зафиксирую вот так, на фото? Вот. Димон! Михаил! Димон! Аркадий! Все, хорошо. Сашка, Сашка! Привет передавай, Сашка! Ну, хоть немножко рукой помаши-то, да? Самый лучший в мире кайфа! Да, да. Михай, вот здесь принял. Димон. Ты вот самый золотой человек. Нет, а тебя золото пахнет, а тебя. Ты самый золотой. А я серебряный. Ну такой, посеребрённый. Поверь, как бы ты мог создать праздник? Это Артём сделал. Ну и мы немножко постарались тут, покосили траву. Димыч, очень рад, что ты приехал. Ты же только что бросил, вернулся оттуда, ты в Питер приехал. Да, да. Все бросил и приехал, да. У меня 2500 километров, а у меня 200 километров. Да, да. Вот ты взял и приехал, Мишань, да. Вот, просто ну, обнял. Да, да. Да, ты здорово, да? Ну, повидаться, вот, ну, да. Давай, Димыч.
О, пошло. Ну-ка, Серега. В Москве, говоришь, живет, работает, да, Леха? Леха Шутов. Я уже забыл даже его, блин. Столько лет не видел. А кого еще ты встречал? Где? На дне РТСа. Ну, старых знакомых, кого еще? Ну, позавчера кого ты встретил? Напоминаем, что сегодня это уже два дня как прошло, отшумело. Вот. Кого еще-то ты неожиданно увидел вот позавчера? У Артема Волгина. Артема, да. Он уже здесь не живет в РТС, он переехал в Киров, уже там мать давно. Гду Волгина. Да, 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 да. Мама очень порадовала, тоже приезжала. Да. А кто еще? Бог-то знает, Бог. Димон Чучкалов. Не направляй. Не направляю. Подожди. А Димон-то был точно? Был. Был. Блин, я уже вообще не помню. Димона, что-то я с ним, по-моему, вообще не поговорил. Не поговорил. А? Возможно. Да выключи тоже свою камеру нахуй. А что ты, Серега, не хочешь это? Войти в историю. Историю 2022 года. Мишань, это история будет в Ютубе. Да-да. Конечно. Зачем? Ну так а что тут такого-то? Все хорошо. Все прошло хорошо, слава богу. Дождя не было. То есть драк не было, да? Ну, по крайней мере, я не видел. Все было в любви, согласии, такая встреча была добрая. Сейчас все как должно быть. Удаляй нахуй все это. Все, удаляюсь. Полностью удаляй все это. Серега, удаляюсь. Ну-ка, снимай меня. Видишь там фокус? Ну-ка. Нормально видно меня? Но. Удаляюсь, ребята. Всем счастья. Не забывайте, как говорил кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Там есть фокус, нормально? Ну. Все хорошо. Последний можешь оставить, а остальное удаляюсь. Хорошо, все, удаляюсь. О, смотри, смотри, пчелы. Оказывается, это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Заметь, а, к пиву. Вот какое вкусное пиво, блин. Оса чё? Оса, думаешь? Да. Так она что сейчас напьется и что, пьяненькая будет, да? Смотри, как глотает, а? Ну, совсем оборзела. Так это мой бокал-то, эй. Вообще, главное, слушай, не в твой бокал, не в Колькин, а сюда лезет. Ну все, мусор убрали, сейчас вот еще вот это не убираем, потому что солнце, 30 градусов жары давит, вообще пипец. И мы на поляне еще немножко это... Еще немножко сидим, короче, вот, никак не распрощаемся с поляной. Ну вот сейчас соберемся, когда уходить, уже уберем это спамбонд, он уже, ну то есть на скотч был закреплен, потом уберем. Да-да-да, мой, я покупал у Злобина. Не, в том году покупал, а что-то много взял-то, в два раза больше что-то с геометрией там это... Мерили, а потом оказалось больше взял-то. Так что, ну и как будто бы не зря все. Ну все, пока, выключай, да? А ну-ка, Серега, затягиваешься и сюда дым, сюда, в этом. Нахуя? Ну просто картинка будет хорошая. Вот сейчас затягиваешься, а и дым в камеру сделай. Не-не, больше затянись, больше. Чтобы дым, не видно было дыма-то. Ну-ка, давай подымнее что-нибудь сделай. Серега, на камеру, чтобы точку мы поставили. Прозрачной тишине, словно с темной красочной витрины, улыбнулась мне, но через мгновение растворилась, зависав свой телефон, слов ее мелодия струилась, да смотри свой сон. Мне
ночью мы бродили по ночному скверу и дарили нам улыбки светлячки. О любви так просто говорили друг для друга в это время были так с тобой близки. Тишине, словно с темной красочной витрины, улыбнулась мне. Но через мгновенье створилась записа свой телефон. Слов ее мелодия струилась, да смотри свой сон. Назад тебя метель снежинкой перенесла, засияла от счастья зимний сад, а весной и розой расцвела. Незаметно вездла, пронеслось юношеские сомнения, и уже встречать тебе пришлось взрослый этот день рождения. Не грусти, не скучай, все обиды минули давно. Собери в ладонь свою печаль, брось раскрытое окно. Все еще впереди, и тебе лишь 18 лет. Будь большого счастья, лунный свет станет на твоем пути. Пусть большое счастье лунный свет станет на твоем пути. Аплодисменты, уважаемые друзья! Браво, браво, браво! Браво!